гость из Японии, Йошики. Илья Лабутенко. Он его еще представил более официально, чем я. Мария Безенкова, Нивафильм, компания, которая привезла фильм X Japan в Россию, которая придумала вместе с нами прокатывать эти два фильма вместе, более чем в 100 кинотеатрах, на 100 экранах в нашей стране. Ольга, наш переводчик. Меня зовут Борис Барабанов. Еще раз повторяю, конечно, мы хотели выходить по одному, Но тут нигде не спрячешься, огромный зал. И спасибо, что вы сегодня пришли сюда и заполнили все места. Я также должен поприветствовать господина Имамото, заведующего информационным отделом посольства Японии. Спасибо, что вы с нами. Сначала я хотел бы предоставить слово Марии, чтобы она рассказала, как сложилось, что вы решили прокатывать эти два музыкальных фильма вместе, и как получилось, что именно они выходят на наши экраны. Это еще фанаты, да. Спасибо большое. Компания «Нивафильм» занимается прокатом альтернативного контента. Мы показываем в кинотеатрах концерты. Например, вот здесь же в октябре проходила премьера концерта «Рамштайн Париж». Мы выпускали Дэвида Гилмора, мы выпускали Пинк Флойд, мы выпускали разные коллективы, и были очень обрадованы возможности показать подобного рода двойной киноподарок. Я считаю, что подобного рода фильмы-концерты, они для нашей аудитории крайне радостны и пользуются огромной популярностью. Поэтому могу сказать, что 16-18 февраля по всей России, действительно во всех городах, с цифровыми кинотеатрами эти фильмы можно будет посмотреть. Приходите, мы будем очень рады. Спасибо. Должен сказать, что я был свидетелем знакомства Ильи Лагутенко и Йошики. Дело было в «Мумитроль-баре» пару лет назад. И я должен сказать, что мы как-то сразу нашли общий язык, и это продолжается до сих пор. Но, может быть, я ошибаюсь. Илья меня поправит. Слово Ильи Лагутенко. В первую очередь, спасибо Ильи за то, что нашли в себе смелость взять в прокат два совершенно непохожих друг на друга кинофильма. Один очень серьезный и драматический, и второй до какой-то степени абсурдный и не особо здравым смыслом. Но дело в том, что при всей разнице и подхода к делу, и музыкальных жанров, и в конце концов менталитета японского и российского, я уверен, что подобная идея показать эти два фильма вместе сделает намного больше для понимания нас друг друга, русских и японцев, нашей современной культуры, чем учебники программы «Кинопутешествия». Спасибо вам большое за интерес, и я благодарен Йошики-сан за непрестанное сотрудничество и просто человеческую дружбу. Я хочу добавить, что это очень важно, на самом деле, вот просто отметьте для себя, что эти премьеры сегодня здесь, в Москве, и 31 октября в Санкт-Петербурге, 31 января в Санкт-Петербурге, эти премьеры стали частью «Перекрестного года Японии в России» и «России в Японии». И если я не ошибаюсь, у нас в Санкт-Петербурге уже продан весь зал, и, может быть, будет еще открыли, да? И если вдруг кому-то захочется еще, то может, можно приехать в Санкт-Петербург и посмотреть фильм VRX еще раз, ну и, соответственно, относительно показа группы, показа фильма «СС Матрос» можно будет тоже выяснить все на сайте группы «Мумитроль». А сейчас мы передаем слово Йошики. Давай купола! Спасибо. Thank you so much for being here. I'm actually rushed, you know, standing in front of amazing people. I really have to thank Ilya to make this thing happen. I want to be showing her film, you know, at the same time with this amazing work that I'm in trouble.
I've been, you know, fan of Moni Chow since I, as soon as I met him, I learned about the band. It was like, you know, okay, it's so honored to be standing from the amazing people. Грубо, да. От вас как поимели. Пару лет назад, и мы с тех пор поддержим отношения. Для меня это большая честь быть сегодня здесь. Сегодняшней программы. Во-первых, в перерыве между фильмами, а он будет, у нас будет розыгрыш. Это будет лотерея среди владельцев билетов на сегодняшний сеанс. В этой лотерее мы разыгрываем, во-первых, футболку X-Japan и Metroid. Во-вторых, подписывайтесь, естественно, постеры и компакт-диски, и главный приз винил с саундтреком к фильму We Are X. Японский, кстати, винил, настоящий. После 11 где-то, когда закончится фильм We Are X. Так что есть смысл остаться с нами на весь вечер сегодня. А сейчас мы начинаем нашу премьеру.